Томас, Томас, Томі, глянь, є хто живий, чи всі повиздихали? Всім привіт, мої хороші, мої любимі. Рад привітствувати виживших на своєму каналі. Це виживший серіал. Ой, це взагалі. У нас вже ще два чоловіка з вірусом. Триндец. Сокращают все межобластное сообщение, то есть теперь из области в область, получается, не поедешь, все, хана. Хамбец. Амбал пришел, ребята. Привет, кто живой? Страшно? Та не. Батька, ты где? Котик в эфире. Мруть. Привет. Мрут подписчики. Ну я с этим говорю, это дурацкая шутка. У меня все зрители останутся живы. Я обещаю, побачите. Все мои зрители будут жить. До свидос. По-другому быть не может. Я не признаю другое. Все. Что на балконе? Ой, Таня Ёшка, выдра и вылезав. Чистота и порядок. Я устал так, что не дай бог. Крикни в окно что-нибудь. Здрасте, срака Новый год. Все звездец. Сева, я умираю. Чего ты? Даже тролли и хейтеры, Ольга Димон, даже тролли и хейтеры. Все будут жить. Все, кто меня хоть раз побачив, будет живый. Не важно, что вы там писали. Я вам честно желаю, чтобы обошло нас это все, не знаю. Чтоб где-то там, кто-то, что-то, чтоб не наших знакомых, никому, не хочу. Не хочу, чтобы какая-то чума нахальным образом унесла из жизни кого-то человека. Ну что это за глупости? Мы еще там строчим комменты, ты уже тут, да. Спасибо, да нема за что, ребята. Но я честно от души не хочу, потому что это такая гадость, что не дай бог. Тряпки в магазине. Все слетают, я не знаю, я ночью пойду открытку куплю себе на день рождения. Ой, у меня свои закупки, у меня такие. И тебе здоровье, спасибо. Ты для нас противоядие. Надо маму выпускать борьбу с коронавирусом. Мама победит всю чуму. Спасибо, привет, зайчик, здорово с мамой, привет. Будь здоров с мамой, да. Мама пошла на вашем поводу. Сема лечит от коронавируса. Да, здрасте, не. Конечно, будем жить, ты над нас... Не избавишься, не надейся. Тебя Света пригласила. Ну, как бы не говорила, что приходи, приходи. Ну, я само собой понимаю, что, конечно. А как по-другому? Здравствуйте. Нашу читу приглашать не надо. Мы не горди, мы сами придем. Понятно? Ты говоришь, что у нас позакрывают. В Киеве уже закрыли все торговые центры, салоны красоты, работают только продуктовые магазины, аптеки, все, планируют закрыть метро и частные маршрутки. Частично. Ну, правильно, надо это делать, надо, ребята, обязательно. Обязательно закрыть и сидеть дома. Не высовывайте, не суйте свинус, куда собака хер не совала. Не вылазьте, сидите, по домам. Нахрена мне зрители, я вас на черта собирал 6 лет, что якась чума китайская вас унесла? Нихрена. Я не отдаю. Что ты далеко сидишь, чтобы не заразиться? Да, держу дистанцию. Дома скучно. Скучно, ребята. Скучно, страшно. Привет лордам от Марго. Привет, Мальвина. А, кто это? Марка Мирная. Где Агуша? У меня на окошке. У меня зрительница из Сталина вычитала за Агушу. Сказала, что это очень много сахара, что я вообще не стал. А работать кто будет? Вот принудительный отпуск. Не помрете с голоду. Ничего страшного. Ничего страшного. Потратите там какие-то заначки. Ничего. Ничего страшного, ребята. Вам серьезно говорю. Лучше поберечься. Салют, армяшка. Привет, привет, Лена Ленок. Мадама, у вас там с ума все сошли в Минске. Все живут, как жили. Наш президент сказал, что тракторы поле всех вылечит. Ой, Лукашенко, ты вообще. Я мне Лукашенко нравится. Я бы хотел бы с Лукашенко интервью. Ну, мне кажется, вот такой с юмором мужик Лукашенко. Не знаю, мне кажется, что он хороший юмор имеет. Ну, как мне кажется, не знаю. Такой мужик смешный. С друзьями видится или нет? А с друзьями видится или нет? Маленькая Лео, не надо, никуда не ходи. Ни с друзьями, ни с подругами. Не надо, поберегись. А если нет заначек, Василиса Васильевна, приезжай под балкон, я тебе буду передатчики спускать. Разбивай палатку, сейчас лето, бери палатку и сюда я тебе буду кормить. Лукашенко хороший. Самелка, ты будешь жить, у тебя инстинкт самосохранения 200%. Ну, ребята, я не знаю.
Уж как я защищаюсь, в принципе, нигде не хожу, нигде лишний раз не лазю, ну... И откуда я знаю? Что будет, то будет. Я приезжаю к тебе как хочешь. Будешь рисовать коронавирус? Ты нарисую. А петь сегодня будем? Не знаю, как піде. Как считаешь, сходить завтра на собеседование или пока поиск работы прекратить? Нет. Никуда не ходи, сиди дома. Город пустой. Пока села в трансухе, мы не забываем. Вот тут сидит трансляции. Не хрен шляться. Да прикинь, в Киеве без метро и так пробка. А куда вам ездить? А куда вам ездить? Сидите дома. Ночью в АТБ. Все. Полякова сделала ночную жрицу. В 12 ночи до 5 утра будут опрыскивать с вертолета от коронавируса. Что, серьезно? Я хожу на работу, Лена Ленок. Че мама на поводу пошла? Пошла на поводу у зрителей. Начала писать то, что пишут зрители. Своё забула. Девка, баба, как девкой была. Пока работает, но нас мало. И я хожу. Работа ждать не будет. Ты антивирус Касперского доганщика. Это неправда, не будет никто ничего брызгать. А это значит брешуть опять. А я дома, Юля милая. В Москве как жили, так и живем, ничего не изменилось. Я на карантине, нафиг работу. Надо работать, как же жить? Мадама, ну мадама, я не думаю, что ты 20 дней, там 3 недели не выдержишь без дохода. Кстати, вот Зеленский издал указ, мне пришла там смс-ка, прислали, что, значит... Ой, такое смешное, прислали голосовое сообщение, типа, ребята, я вам сейчас расскажу, говорит, я был, сейчас разговаривал с пацаном, мы вместе служили. В общем, китайский вирус распространяется через мобильное приложение. Уничтожить его можно, прокипятить телефон в уксусе и приговаривать такие слова. Китайская хуйня, не тронь меня. Ой, я смеялся, капец. Китайская хуйня, не тронь меня. Ты поправился на диете? Да я уже не на диете. У нас паники нет, была в аптеке, куча бабушек, не сидится дома. Привет из Москвы. Влад, Кунь, а ты подходи, бабушка, домой, опасно. Жить хочешь? Тютю на воркутю, вперед. Закрылась на Фрунзенской набережной, сиди. У нас в Калифорнии все закрыто на карантин. В Москве закрыли учебное заведение. Правильно сделали. Это ты и год выдержишь благодаря Ютубу. А нас кормить некому, птичка мазоклюйка. Кто наш учился, бачите? Я приезжай, я буду кормить. Я как дура сегодня одна в маске по городу хожу. Рита Тина. Корми нас. Юмор помогает тяжелый момент. Я согласен. Про вертолеты. Доллар вырос и рубль и евро. Так всю Украину завтра закроют. Ну, ребята, закроют, закроют. Девки приглашают, поехали. Сева, суточно нам поедет. Ну, я не знаю, если у кого реально нема что есть, ну, приезжайте, я не знаю, куда-то. Сейчас, ну, не будете же под окном жить, понимаете. Ну, в квартире тоже я не могу принять, ну. Это третья мировая. Да успокойтесь, нема ничего, никто не... Не слухайте бред у тех шизофреников, что это золотой миллион, я в это не верю и верить не хочу. И даже... Уже б давно, знаете, ребята, если бы нас хотела вот эта верхушка убрать, уже б давно убрали. Вот это никакие меры... Нам бы даже не сообщалось в новостях, что люди умирают. Вот все дружно молчали. Мировое правительство сказало, циц, молчать. Дохнут, как мухи. Передохло пол Италии, пол Франции, пол Китая, пол России, пол Украины, пол Америки. И тогда бы уже вакцину ввели, создали. И нас бы давно, если бы хотели, нас убрать очень легко. Не надо ни война, ни ядерная. Успокойтесь. Уже бы, если бы хотели нас давно убить, уже бы убили. И бесцеремонно и все. Вот такой вирус пошел, и СМИ молчала, заразилась бы полгода, изобрели вирус, что полгода был бы инкубационный период. Заразились бы все, а потом один день сдохли. Ха? Долго че что? Не чудите.
А в Самаре циркову... цирковоли. Что цирковоли? За границей закрыта. Я не знаю, что делать. Может, на еврей нос. Молчи, это будет тебя селить на обсервацию. Как ты думаешь, будет у нас так же, как в Китае или в Италии? Жюлия Назаренко. Ну вот, как мне кажется, ребята, вот как мое нутро чует, не знаю за Россию. Не знаю за Россию. Потому что очень уж правительство так не хочет, видно, терять бабки. Не правительство, а может быть, какие-то власть имущие. Но я думаю, что не будет. Ни в России, ни в Украине, мне кажется, вот такого массового, как в Италии, не будет. И они правильно делают, что закрывают, потому что понимают, что медицина просто в пролете, и они не спасут, не помогут. Коллапс. Просто коллапс будет всех сфер. Всех. И врачи поболеют, и поумирают, и они сами. Поэтому они быстренько все и закрывают, потому что они еще за свою задницу боятся. Поэтому я думаю, что такого не будет. Вот, ну, у нас два человека вот появилось за сутки новых. То есть тот мужчина, который первым заболел, он уже его выпустили. То есть у него уже вируса нет в крови. Все. Как бы он уже отправился домой отдыхать. Ну вот женщина умерла одна, двое там мужчин в нормальном состоянии лежат. То есть у нас в новостях говорят, не знаю как у вас, что 80% заболевших без серьезных осложнений переносят это заболевание. То есть переносят это заболевание без серьезных. И только некоторым процентам тяжело, а некоторые проценты тут нужна вентиляция легких и все такое, и там вот эти все аппараты. Поэтому все-таки, конечно, не надо надеяться на авось, как я говорил, но беречься, 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 беречься. 150 раз лучше мойтесь, вымывайтесь, не ходите, лучше лишний раз сидите дома. Он там трусы стирает, носки штопает, я не знаю, что, дивиться видео в ютубе, он сидит в мене дивиться. Эти видео старые. Я думаю, что минует чего-то. Я не думаю, что будет так массово, что 20-100 тысяч. Нет, я не думаю. Я не думаю. Поэтому даже если там 20 тысяч заболеют вот из Украины, процент туда попасть очень маленький. Ну, мне бы не хотелось, чтобы даже кто-то умирал. Ну, вот уже одна ласточка улетела. Не надо рассуждать о том, чего не знаешь. Ну, я как бы свое мнение говорю. Я не могу сказать, что знаю. Я же не могу утверждать. Ну, как мне кажется, что массового не будет. Массовый, то есть не заболеет полстраны. Не будет такого. Мировой экономический кризис. Да успокойтесь, выйдет то. Ой. Какой там кризис? Ой, подожди. Сейчас выйдут, опять начнут крутить, клепать, продавать, торговать. А, и сказали, что у нас пенсионеры, кто получает меньше 5000 гривен, получат помощь по 1000 гривен. Я не знаю, правда, неправда, но я такое сообщение вот где-то видел, мне присылали, что добавят пенсионерам. А как же ту спекой? Ну, я же говорю, что я проговорил эту ситуацию. Я когда вот это увижу и молчу, оно сбывается. Я решил вот это проговорить. В Харькове уже пустые магазины. Ну, вот это панику не поднимайте. Слушайте, хватит уже, крыша у всех едет. Здесь хоть отдохнуть. Потом у психолога карантин будет. Давайте про любовь, правильно. Мы с Ёшкой и мадамой приедем, Лена Ленок. Ольгу Димон прихвати. Сумочки. Балабол. Давай лучше петь. Сева, колись про Софу. Яку Софу? Ответь, у тебя раньше была жена, Женя. Если не секрет, то это мужчина или женщина? Руслан Каламеддинов. Откуда ты знаешь, что у меня была Евгения? Евгения ее звали, да, Женя. Девочка, кажется, мальчик. Ну, Женя, бывает мальчик, но это была девочка. По крайней мере, ну, так визуально казалось. И до дела дошло, то оказалось мальчик. Это, ну, у нас был в селе случай, когда соседи завели козу, Ванька... И Манька, Ванька и Манька, козлик и коза. Вот на Ваньку казали, то был мальчик, а казали Ванька. На мальчика казали Манька. Перепутали, так они выросли. Мальчик Ванька, девочка Ванька, мальчик Манька. И казали Ванька свою Манька. Манька свою Манька с песней. Это я так называл. Ам...
А если приедем, где мы ночевать будем у тебя? Под балконом. Я здесь, Инезилья, я здесь под окном, объята Севилья и страхом, и сном. Исполнен отвагой, окутан плащ с гитарой и шпагой. Я здесь под окном, исполнен отвагой, окутан плащом с гитарой и шпагой. Страшно жить остановится. В декрете вообще не проживешь. Открыла свой кулинарный канал. С этой последнего дыхания. Прости, Господи. Вот ты беспокойный. Ты закупил какие-то продукты или... Я нет, я не знаю, нужно ли это делать. Юлия Назаренко. Ну, слушайте то, что говорит вам ваше правительство. Я не знаю, нам говорят закупить продукты и сидеть. Типа, ну, я не закупаю. У меня там есть какие-то крупы, какие-то хурупы. Что-то у меня тут есть, какие-то пакеты гречки, риса, чаи, мука, пакет там, ну не знаю, в холодильнике какое-то мясо у меня там есть, что-то у меня есть. То есть я недели две точно проживу, вообще недели две-три точно проживу на том, что у меня есть дома. Вот если так копнуть, если поглубже залезть. Я закупила, у меня дети, ну правильно. Я тоже чаем запасаюсь. А мне прислали зрители. Спасибо вам большое. То ваши эти все заначки, то не мое. Так что вам спасибо. Под рябиной, под осиной встречался я с девчиной. Повстречался я не люб. Был ей видно лесоруб. Не знаете такую песню? Под рябиной, под осиной, повстречался я с девчиной, повстречался, да не люб, был ей видно лесоруб. Вологодской красотой я подрублен был под корень, из-за девушки такой потерял покой. Ох, под дубом, старым дубом, стала грустно лесорубом, полюбила ты меня, свадьба шла 4 дня. Все дружки с моей женой поздравляя целовались, я двор ревности такой потерял покой. Лес еловый, бор сосновый, завела порядок новый, каждый день кино идет, чарки выпить не дает. На работе на лесной мужа в нормах обгоняет, с нетактичной женой потерял покой. Такая песенка на пластиночке была, в Уфе нашел на помойке. Сева, скажи, пожалуйста, куплю я квартиру в следующем году? Открывай. Всех благ тебе. Питер. Привет из Санкт-Петербурга. Ой, бляха, ну хороший мороз. Питер, купишь? Сам делу расскажу, как Эдик, ты уже срал. Окоп, аноним эту квартиру купишь? Окоп. Было дело. Лёжа срал. У нас в Альбове все закрыто, кроме аптек и продуктовых магазинов. Спасибо, что ты у нас есть. Малевина, 200 рублей. Малевина, держись. Держись, дорогая, чтобы ехать. Вот это падло включилось, двухметровая дылда. Но я от тебя помощи, а не убытки. А я сегодня гуляла по магазинам и не боялась, если я заболею, ты будешь переживать. Алекса. Вернулась с карантина, с КПЗ вышла. 2000 рублей. Я сегодня гуляла по магазинам и не боялась. Если я заболею, ты будешь приезжать? Алекса, если ты заболеешь, я приеду лично через все границы и вместо ЭВЛМ сделаю тебе вентиляцию механическим путем. Буду вентилировать твои легкие. Я не хочу, чтобы никто из моих зрителей болел. Ни один человек. Ни один. Я не хочу. Я не хочу это даже и слышать. И все, этого не будет. Алексочка, шесть мало, Юля Рим. Сева, помре, если ты заболеешь. Сева, Танюшка, Сева, помре, если ты заболеешь. Рот в рот, да. Такое впечатление, ощущение, что Юля дружит с кем-то, не приходит, не снимается. Наверное, парень запрещен. Ой, Вася, вы какие-то фото. Юля работает, завтра мы увидимся.
До этого она приезжала позапрошлые выходные. В те выходные не приезжала, не получилось. У каждого свои дела. Ну что вы прям... Она должна как отчет дать, прийти и сняться. Человек вообще на посту сидит. Понимаете? У Юри двое детей. Уже двое? Ну, хорошо. Самвел скинул статью Viber. Влад Веванс. Самвел, почему ты такой классный? Ух, какой там классный. Классный, я лайков 472 штуки. Не хочу сам лайкать. Куриленко Оля уже заболела коронавирусом. Яка-то Куриленко Оля? Кто это? Это зрительница? Он на памятнике на игре не напишет, Алекса умерла. Актриса? Так что, она моя зрительница. Мене не зрители. Оля, Лена Ленок, я никогда не ставлю лайк. Я с тобой вообще больше, я тебя читать не буду. Это вообще. Все. А я целый день болею, валяюсь, обложила себя двумя котами и кайфую. Милый засранец. Ага, зрительница, да. Таня Юшка, ну ты сами нагли, понимаете? Больше раз не читаю, все. Я буду читать тех, кто лайк поставил. Он поставила Виктория Вика, и буду читать. Подарок я не выбирал. Я скажу почему. Потому что я, честно, боюсь ездить по магазинам. Я подарю Свете в денежном эквиваленте. То, что посчитаю нормальным. И потом уже Света выберет сама себе подарок. Или, может быть, там, ну, уже я не буду потом забирать деньги. Отдайте, я приду вам за подарком. Поэтому я подарю то, что в денежном эквиваленте. А человек сам себе... купит подарок, какой посчитает нужным, если посчитает нужным на память. Я думаю, это лучше, чем дарить что-то. Света золото не любит, там то не любит. Ну, что я буду? Трусы дарить, чи гамаши, чи что? Ну что, кастрюлю, сковородку, ну, какую вешалку, купить платье, ну что? Ну что я могу купить? Ну, вот я считаю, лучше так. И тем более шляться сейчас по магазинам, выбирать это не про меня. Я дома, из дома не выхожу долго. Ты читаешь выборочно, и Екатерина Зелинская. Вот как вот так повернусь, увижу и прочитаю. Сейчас красивые. Я всегда ставлю лайк, Светлана Калина, ты меня не читаешь. Сейчас красивые, а утром кто был в трансляции? Я был, тоже был красивый, только проснувшись. Красота страшная сила, вы же не знали. Амаш. Уно Уно смотрел, я не знаю, что это. Правильно, тем более с подарочками у тебя не ахти получается, Любовь Воронцова. Ну извините, а чего не ахти? Я подарил Свете хорошую сумку, Андрею хорошую сумку подарил, там что-то кому-то, я, туда кошелек и по 100 долларов, а как, не, а что надо дарить? Вот на тот, на Святого Николая, чешу, а что я должен был подарить? Нормальные вещи, и Андрею сумка фирменная, и Свете, и кошельки, и туда деньги, а что я должен был подарить? А что у меня с подарками не получается? Коле прекрасную икону, эти 7 тысяч стоила икона эта, серебро с позолотой, над входной дверь. 9 тысяч или сколько стоил этот светильник, он сейчас ему, кстати, очень подходит в комнату. Андрею приставку подарил, извините, за 10 тысяч. Он не играет, ему нравится, Коля говорил. А что мне надо было дарить, я не пойму. Что прям у меня с подарками не ахти, прям Спасибо. Там. Зайчик, пусть хоть все закроют. Наберем крупы. Будем смотреть твои трансухи. Точка. Переживем любой апокалипсис. Юлия Базай. Юля, переживем. Будет все хорошо. Спасибо тебе. Поэтому нормальный фонарь, ну фонарь, да, один из подарков. Были духи, были хорошие, Коли на день рождения. Икона, то... Что там еще? Набор какой-то косми... Извините. Это хороший подарок. Нахера себе. Нахера себе. Приставку, детский сад. Ну так отец Николай любит играть в приставки. А что? Почему Коля удалила Юлю и фотку в Инстаграм?
Ой, ребята, у Юли там все фотки и все, что было, все есть. Если она уже удалила с квеста что-то, не придумайте, что какие-то... У меня, по-моему, с Юлей ни одной фотки в Инстаграме. Я вообще не люблю фотографироваться. Что удалила Юля какую-то фотку? Какую-то... Вы что-то херню какую-то придумываете, такую, что на голову не натянешь, честно. Удалила Юля какую-то... Ой, чтоб вы вот это писали нам? Отец Николая хочет капусту. Давай, 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 будет легче твоей голове, лавя приходит ниоткуда и уходит никуда. Я еще одну собаку подарю, теперь Свете подарю собаку. Будем зверей. Пекинес. Еду в Питер, смотрю со внучки день рождения, смотрю Самвела, ставлю лайки под видео, спасибо. Подари Свете сертификат в СПА. Ну как ты такое не умею? Ну куда я сейчас поеду в СПА? Все закрыто. Какой СПА, какой сертификат? Гейкона подари. Дари уж сразу корову. Мне завтра надо ехать забрать. Я, знаете, что волнуюсь? Что если закроют же магазины, наверное, закроют все строительные магазины. Как вы считаете? Закроют строительные вот такие гипермаркеты? Я думаю, что закроют, потому что... Ну, никто не будет работать в таких условиях, и, наверное, это правильно. Просто, что у меня ремонт, видите, как остановится. Скорее всего, стану. Контора стану. Ну, что делать? Закроют, да, да. Туалетную бумагу купил. У меня куплена давно упаковка. Ой, господи. Всего накупила. Вышли по почте. Поезда не ходят. Мене вот, ребята. Мене вот давно слоник такий я купив. Ось тут сколько. Тут срать. Срать і срать. Срать і срать. Дивіться, скільки бумаги несу. І тут два ряда. Тобто от сколько тут? 4 і тут 5. 9 рулонів, несу. Этого мало? Ой, да продаються у нас все в АТБ є. І полотенце кухонне. Не буде туалетним бумагом, полотенце кухонне в літрі. Господи, боже мой, нот сколько в мене. Ой, ой, я цього не казав, простите. У нас Челябинський село, приїжджай в гості. Алекса, 2007, Сёмка, я тебе сколько всего накупила, вышлю по почте, поезда не ходят. Обожаю тебя, хоть ты и друг, иногда весишь страшно, но без тебя скучно. У меня сегодня, кстати, днюха. Ой, Татьяна, Калифорния, 741 рубль, шо, кризис, пусти прилавки, приезжай, пусти. Хоть ты и друг, иногда весишь страшно, у меня сегодня день рождения, спой. Таня, Калифорния, поздравляю тебя с днем рождения, будь счастлива. Я хороший человек, я плохого никому не желаю, даже своим троллям, даже кое матюкаю и блокирую, я сразу забываю. То есть у меня такого нема, что там кто-то, что-то... Ой, я не обижаюсь ни на кого, я сам виноват во всем, и в хорошем, и в плохом, поэтому я все понимаю. Но у меня такая работа, у меня такой крест, это вы, и я его тяну. А что тебе спеть, что ты любишь, Таня, напиши мне еще раз. Эдик запасы сделал. Нет. Ты слышал рэп Лёша? Я слышал, что Диана Лёша пил, что это рэп, но я не слышал. Что, выкинули Юльку? Ну так и бред. Врёшь, Лена Ленок. Я с тобой не балакаю. Ты мне лайк не поставила отсюда. Что спеть? Ты молишься, Великий пост? Вы знаете, я не молюсь вообще, как бы, но я, вот когда что-то плохое, тогда молюсь. Наверное, что-то как до Бога, так до горя, так до Бога. Ты щедрый человек, хоть теперь бахнутый, Сева, никого не слушаем. Строительные магазины закроют, но их склады будут работать. Можно будет сделать онлайн заказ через сайт у того же эпицентра, и тебе привезут заказ домой. Ну, дай Бог, если так будет. Обожаю твой оптимизм, любой жизни, не знаю того, ты помог многим. Ну я это об этом слышал. Антихрист. А бачили, как батюшка римский шел по улицам и молился якомусь распятию деревянному, якого остановила чуму в 16 веке. Батюшка один пішов по Риму в сопровождении охранников.
нарушив карантин и его штрафовал. Я шучу. Нет, я не атеист. Туча пришла и грозу принесла, счастье надежды разбили пиздюк Кира. 222 рубля, Надя Павлова. Надя, что с тобой? Надюха, мой компас земной. Что спеть, девочки, Таньяне из Калифорнии? Что спеть? Да нет. Буслики, оно как-то не это самое, не годится. И летять небе чайки не годится. Посмотри, кто будет на Игрине. Посмотрим завтра, кто будет на Игрине. Баядера тоже не годится. Шопена. О! Для Тани из Калифорнии. Устал. Судьба. Две рюмки водки в моих ушах, где устала. На день останется с тобой, и веря в искреннюю жалость, я ночь оставлю за собой. И я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. И я за тобой вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Вернусь я замерзшим февралем, сыграем Моцарта вдвоем, романсом грустным на гитаре и белым танцем, где мы в паре. Вернусь я ночью полутьмой, метелью снежной кутерьмой. Кружиться буду и стучать, и дом любовью охранять. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, и я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Это импровизация, Херстраху. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, и я за тобою вознесусь по небу босиком. И я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Я обязательно к тебе вернусь, модуляция тонким проливным дождем, и я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Это, кстати,
кстати, дорогие, сделать очень сложно, чтобы вы знали. Понятно? Не надо рассказывать. Сказки про соломенного бычка. Что-то не свистить. Еще як свистить, аж посвистую. Мне нравится. Пой, а не ори. Де? Це эмоции. Я обязательно к тебе верну. Сраки, срала мазана. Так не возвращаются. Возвращаются отчаянно. Ой, чисто здравствуй. О, Татьяна, до нас паника, пустые полки. Но мы не отчаялись. Давай лимончики спой. Спасибо, Таня. Еще раз. Ну хорошо, если найду сейчас лимончики, спою. Мурашки, спасибо. А я люблю импровизировать, мне нравится. Это очень показывает профессионализм, как музыканта. Спеть по нотам и дурак спое. Ну, дурак не спое, конечно, но сложнее спеть импровизировать. Поверьте моему жуткому опыту. А немногие могут это сделать. Сходу идти в тональность и ты. Я умею молотить, умею подмолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике? А на базаре шум и гам идут все разговорчики. Кто-то шепнул чемодан и запел лимончики. Ой, мои лимончики, вы мои лимончики, где растете у Соньки на балкончике? Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Соньки на балкончике? Саня, ну, выходь в Калифорнию, хватай того афроамериканца. А який хороший, я злой падла. А я б нього висить, глянеш, в калошу! Я такого не бачила, в нас в Україні таких нема! Ой, Танька, як тобі повезло, я тобі завидую, чорний завидую! Сонька вышла на балкон и тоже жукнула лимон. А лимоны тут и там, за лимоны жита дам. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Соньки на балкончике? Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Соньки на балкончике? Я у тети ночевал, у тети были гости. Я у тети попросил, она сказала после. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Ой! Я умею молотить, умею подмолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать, а я еще ничего, и спереди, и сзади. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Сосуни. Які ви задурені. Разве можна мене так провоцирувати? Таня, з днем рождения. Ой, а слюни зачем? Висятик. Висятик падла.
Сисяндр. Заморился, барин. Ой, бля, вы задумались. Ой, гай, бог милый. Институтку спой. Ой. Ой. Перчик. Ой. Фу. Віденська опера безкоштовно танцює. Що діла віденська опера? Хай транслює, ми в Дніпрі. О! Секс. Заблокирують, вийшли тролі. Зараз їх буду уничтожати. Лучше би в матню засунув трансух. Это было бы поинтереснее. Мне не так хорошо. Фу. Ой, господи, хоча б у дурдом не попав, бо в актерів різна була. Ой. Мішок гречки, оце боти пишуть. Боти. Я вас блокирую, мені досрав. А ти будеш ли, солдати? Побіді, сірочка, всіх тролі. Лимончики супер, спасибо. Едік запаси зробив. А, це теж боти. А що це боти, вони знають мою судьбу. Судьбу. Я вже в дурдомі, да, ви теж, кстати. Сіва, лови ботов. Сєва живот та гуші растут. Так, оце боти, я вас нашов, а ти боти, я вас нашов, будем блокирувати дружно вас. Ага. Вот як хорошо. У президента Бразилії зафіксували коронавірус, боже. І що тепер буде? Неужели вы что, ребята, это правда? Привет, где Томас? В комнате. Привет из Симферополя. Вечер перестает быть томным. Елена Пикинесса, ну как вы там держитесь? Не люблю лимончики, пошло. А, попей водички. Теперь он король Бразилии. Сева, там есть сообщение человека, кто с тобой учился, ответь ему, кто, где? Вылила кофе на пол, мыла пол, лимончики, твои лимончики, спой, Димаша, мне не нравится. Президент Бразилии стоял рядом с Трампом, боже. Магомай ему вечно синюю спеть, дело в том, что, ребята, не могу, не имею права. Привет, Одессе, в Москве. В Москве? А кто? Руслан якийтось. В Москве Руслана никакого не было. Ну, вообще Руслана никогда не было. Так. А Василек спеть имеешь право? Не знаю. Сама, вот я тебя раньше спрашивала, а ты не ответил. Тебя когда-нибудь бесит мои комментарии? Мадам, нет. Огромный привет, мой Руслан Камелетдинов. Я такого не знаю. Та забыл Руслана. Ты забыл. Какого Руслана? Руслан Камелетдинов? Рустам? Может, Рустам? Может быть, парень из Уфы, вот, что он такой симпатичный с ушками был. Что мы там на озере лежали, десь, в этом, на ДМПО, там вот. Это він чи не він? На озере лежал. Ой, это так и был. Такий темненький, да, парень, симпатичный. Это все він. Его Рустам, или Дамир его звали. Как его звали, уже не помню. Без ушек? Та такого я не знаю, який без ушек.
симпатичный ты. Абрикосы, кокаиня, королева ночи. Обстановка по кайфу, я такое не знаю. Стромае давно не пил. Кстати, сегодня я его вспоминал, Стромае. У тебя на концерт бы кого пошел бы, Стромае? Не помню того парня, не знаю. Есть парень, но мы не учились. Я же уехал в Москву, а он поступил в Уфимский институт. Мы не учились. На подкурсе он там что-то, по-моему, учился. Я не помню. Такий симпатичный у него юморист, он такой ведущий, он хороший парень. Вот я бы сходил бы на Стромае. Вот это вообще, це моё. На концерт бы Стромае попал бы. Пішов би, то есть, ну, нема. Лахи танцюють ламбадо, ми танцюємо! Чека, Дріко! Давай гуляй, дівочки! Я любі! Фальстар! Я любі огонь і ночью, і днем. Так, давай огонь, ми этой ночью разведем. Твої спички, мої дрова, очень хорошо. Разведем костер любви всем ветрам на зло. Твої спички, мої дрова, очень хорошо. Разведем костер любви всем ветрам на зло. Ой, чита-чита, дрита, танец заводной. Ой, чита-чита, дриту, ты потанцуй со мной. Ой, чита-чита, дрита, так хочется любви. Ой, чита-чита, дрита, ты вечерком зайди. Ай-на-на-на-на-най. А я красавица, ой, на-ней-на-ней, коса до пояса, ой, на-ней-на-ней. А ты мне нравишься, по-видимому, девка, это любовь. Потанцуем нашу читу-дриту и опять будем до утра мы читу-дриту танцевать. Твои спички, мои дрова, очень хорошо. Разведем костер любви всем ветрам на зло. Твои спички, мои дрова, очень хорошо. Разведем костер любви всем ветрам на зло. Ой, чита-чита-дрита, танец. Не пішло. Не пішло. Я хотів другу, але не пішло. Не пішло. Не туди. Сусіди місця. Коса говорить, да? Смотрю, тебе ще з мастер-шефа, Саша. Кисловодск. Що це? Це за фамілія Саша? Кисловодська чи що? Поздрав маму з днем рождения, Тамара зовут. Саша Книсволт. Книсволт. Вот он. Господи. Що це за фамілія? Це псевдонім чи прізвище? Тамарочка, з днем рождения. Спасибо вам за Сашу. Будьте щасливі. Хорошо, що не пошла. Шестая палата. Добрый вечер. Думаю, ты меня вспомнил. Можно будет созвониться. Руслан Камалетдинов. Самый добрый вечер. Думаю, ты меня вспомнил. Можно будет созвониться, а если время, обязательно увидимся, когда закончится эпидемия. Руслан, а ты кто? Честно, я Руслана не помню. Это той мальчик, что на озере. Мы лежали, когда отмечали там что-то. Ну, мы группой собрались, там Карина была. Не, это она сейчас в драмтеатре в Уфимском. Я не пойму, это ты или не ты? Мальчик, что на озере. На ДУМПО, там какая-то... Алекса Москва, Сема, купи, пожалуйста, от меня цветы для Светланы, а для меня уже не споешь любимку. А для меня уже не споешь любимку. Вот так, все, да, Алекса, уже не спою. Кто это такой? Я юрист международного права, работаю по всему земному шару, сижу дома, смотрю сетку, главное, чтобы карантин не перерос в шизофрению.
Руслан, давай подробности, а то мы не помним тебя. Не, Руслан, честно, я не знаю, кто ты. Если той, то и, по-моему, Рустам был мальчик. А может, и Руслан был, я не помню. Який Руслан? Камелідіна, ну це татарська фамілія. Ти Юрі дзвонив, навистила пост, у нього коронавірус потім. Та що там? Не на пляжі, це було ночі на озері. Який такий Руслан? Сима, купи, пожалуйста, от меня цветы для Светланы. А для меня уже не споешь, любимку? С дома напротив? В Уфе? Такого точно не было. Не помню. Ой. Я так знакома, їхала камазиха на ринке, торговала, така баба здорова была. Красавица моя, говорит, така страшна іде, она красавица, иди сюда. А потом рыбой торговала. Я рассказываю, как она ведро вылила, каже, Рая, не спи, бо замерзнешь. Руслан напомнит, да, такая в чате тут. Значит, и потом ехала в поезде, каже, переспала с пацаном, каже, каже, як його звали. Ну, когда я там помню, когда каже, пусть стояв, як його звали, я не знаю. Я не питал. А, та Руслан, це траляка. Та ну тебе нахер, Руслан. Я тоже такий сижу, думаю, що це. Ну, про такого не було. Коля сказал, что завтра съемки вести не будут свету зрителями. Як це не будуть? Привет моей дочке Таисе. Таисия, привет тебе. С 30 тысяч, Игорь Дидик. Смотрю тебя с 30 тысяч и всегда молчу. И очень жаль. Ой, та я то помню, з ким я лежав на лоці. Отстаньте, я там помню, де я лежав, з ким лежав. Це було в глибокій юності. Конфесу спойте до нас завтра. Завтра і спою, я завтра теж буду. Юля Назаренко, ничего не будет, держи диету дальше. Сева уже возбудился на Руслана, а той траляка оказался. Ой, такие же задумки. Ну, чисто здрасте. Ой. Сева, как ты думаешь, что нас ждут в Донецке? Ой, каша. У меня мокрый. Слава Богу. Я скажу, что ждет Донецк. Вас ждет скорое возвращение под рідне крило неньки Украины в этом году. В этом году все закончится. Как в Краматорске повесили украинский флаг, и все хорошо сразу стало. Мариуполь, так и у вас будет. Все будет хорошо. Вернетесь неньку Украину. Ребята, сейчас меня выключится, уже 5%. Твои слова да Богу уши, дай Бог, я очень этого хочу. Не начинай про политику. Удмурт кажет на морду. На чем про политику? Это моя страна, я о ней говорю, здравствуй. Я же не говорю, не троллю вас, что говорю, Москва стану Украиной. Самвел, ты супер. Спасибо большое. Было 65%. Сегодня Скобеева хорошая была. Сегодня была хорошая, даже написал там комментарий. И написал, мама хочет пиво. В чате. Все, ребятки, пока. Я вас люблю, целую. Держитесь, крепитесь. Не поддавайтесь панике. Обрабатывайте руки, все свои принадлежности. То есть все поверхности, все обувь тщательно мойте. Ой, у меня еще обувь стоит, надо помыть. Все, ребята, я вас люблю, целую. Пока. Пойду. Сейчас покажу. У меня, чтобы вы не думали, что я вру. Вот стоит обувь, не мытая. Вот. Тут у меня все как стояло, так и стоит. Вот.
масочки, херасточки. Вот у меня зайчик мой сидит, мой красивый. Все, ребята, пока, сейчас 3% осталось. Да, мой красивый. Ой, 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 ты гонки. Ой, мой зайчик, ой, мой зайчик. Ой, ой, так, 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 так. Ой, так. Ой. А не загрызти. О, падла. О! Кис, 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 кис. Все, ребятки, пока.